Ну что, возник вопрос у одного из зрителей, может быть, даже больше, чем у одного, о калибрах, одновременно об армейских пистолетах армии США. Не только армии, а вообще вооруженных сил США, потому что, как вы знаете, здесь несколько типов вооруженных сил. И я на столе представил несколько вариантов того, что является сейчас разрешенным типом оружия в списке вооружений. Причем начнем с того, что есть такое понятие «разрешенное оружие». Это просто список того, что может применять данное подразделение, что находится в списке. Это совершенно не обязательно является тем, что они применяют. Это то, что покупается для подразделения. А подразделение, особенно спецназ, может использовать что угодно, что они захотят. Одна из причин, почему ГЛОК-19 сейчас находится в этом списке, потому что стоят они $50 для армии, и дешевле гораздо лежать им на полке, чем покупать там какой-нибудь $1000 ЗИГ или что-нибудь такое. И то же самое вполне возможно будет для 320-го, для определенных подразделений, потому что они дешевые, там $200 с чем-то получается. Но вот были статьи, я сам делал видео, что ГЛОК-19 добавили в список официального вооружения или снаряжения морского спецназа, спецназа морской разведки, этот так называемый тюлени. Добавили спецназ корпуса морской пехоты. Это не значит, что они с ним будут ходить. Они будут ходить с тем, что они могут сами себе приобрести или сделать. Очень часто ходят с оружием, купленным самим себе. Но при этом на полке лежит то, что официально куплено бухгалтерами и финансовый отдел данной части покупает. То это лежит на полке. А, например, я подозреваю, что очень многие, по крайней мере, по отзывам, до сих пор ходят в бой с 19-11. Вполне возможно, похожими на то, что у меня здесь. Потому что спецназ, не забывайте, большая разница, спецназ именно, имеет право выбирать свое оружие. Обычные части не имеют такого права. И реально говоря, кроме М9, вот у меня здесь 92А1, это не М9, конечно, но это очень похожая модель. Просто в качестве примера показываю. Они будут с М9 ходить, у них нету ничего другого, они не могут ничего заменить. Вопрос был, что части нашли, что 9-19 не работает, и меняли на 19-11. Не будет такого, потому что, во-первых, им неоткуда его взять, и неофициальное оружие у обычных частей просто не разрешат. У них ни патронов под это дело не будет, ничего. И в списке разрешенного оборудования у обычных частей 19-11-то не будет. Так что они останутся со своими М9 или М9А1, если это имеется в виду морпехи. Морпехов обычно более новая версия вооружения. Они вооружены лучше, чем армия. Просто ради информации. Здесь. Они, конечно, меньше, но они гораздо более серьезно к этому относятся. Ну так вот, вот тот самый ГЛОК-19. Известно, что морские разведчики очень любят СИГ-П-226. Правда, я подозреваю другой версии. И у них так называемый Марк-25 в списке. Там много изменений, особенно связанных с ржавчиной и покрытиями и так далее, и так далее. У меня стандартный 226, даже к тому же неправильного калибра. У них-то 9-миллиметровый, а у меня 40-го калибра. У армии М9, соответственно, очень похожая вещь, но без какой-либо планки. У морпехов спецназовских, морсок так называемый, 19-11 с планкой, разнообразные. У них были и кимберы, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас все они добавили в список 19-й ГЛОК. Не обращайте внимания на мои добавки. То есть представьте себе, что вот это чисто стандартный 19-й ГЛОК. По емкости большинство этих пистолетов равны. По калибру равны. Конечно, 19-й он поменьше. Просто по размеру. Но это компактный пистолет. При этом имеет емкость практически стандартные 15 патронов, как и у ЗИГа, как у М9. ГЛОК
19-й имеет емкость 15 патронов 9-миллиметрового калибра. Ну, что такое Glock 19, наверняка многие знают. Конечно, у меня они все сейчас пустые, я это проверял, но на всякий случай, как говорится. Я подозреваю, что многим это просто не нужно. У них есть уже свое оружие. А для обычных частей будут пользоваться тем, что есть. Да, конечно, 19-11 отличается от этих пистолетов емкостью, потому что обычная емкость 8, может быть 10. 45-го калибра. Но вот теперь мы возвращаемся к главному вопросу видео. Не только про армейские пистолеты, но еще и про их, соответственно, принципы. Калибр. Я вставлю магазин, у меня стандартный 17-патронный магазин, потому что 92.1 в берету. Вот представим себе вот два этих пистолета. Один из себя представляет 19-11 линейку, другой, соответственно, беретовскую 92-ю, частью которой является и М9. 9-миллиметровый калибр. Что он дает по сравнению с 45-м? Возможность работать через определенные преграды. Мелкие, конечно, он все-таки не такой уже пробивной калибр. Но пробивает гораздо больше 45-го. Возможность работать на более дальней дистанции, чем 45-й. То есть, смотря, конечно, в каком оружии. Но 50 метров здесь далеко не, не предел у патрона. Не у оружия, потому что надо уметь. И надо иметь хорошее прицельное приспособление. Джерри Микулик показывал, как он с 9-миллиметрового револьвера на километр стреляет. Ну, извиняюсь. Мы не Джерри Микулики здесь. Мы здесь обычные люди. Но при этом, конечно, стандартный обычный FMJ патрон, то есть оболочечный, имеет останавливающее действие меньше, чем 45-й. Горло уже совсем сухое стало. Надо в следующий раз со стаканом с водой сидеть. Это видео импромпту, потому что не планировал его делать даже сейчас. Он просто сидел, отдыхал. 45-й калибр. Емкость меньше. Практически в два раза. 7 или 8 плюс 1 и 17 плюс 1 или 15 плюс 1, если берем М9. Вес гораздо больше. Просто ради юмора. Конечно, в данном случае это гражданские модели, безусловно. Абсолютно согласен с этим, если кто-то придерется. 1 килограмм, 188 грамм без патронов. Почему это наиболее близки к тактическому пистолету? Это он и есть тактическая модель, так называемая. Берета пустая. $950. Еще раз. То есть там на 5 грамм было сбой. 11,83. 950. Сколько получается разница? Кто у нас умеет быстро считать? В общем, 233 грамма разницы. Это далеко не мало. Конечно, было бы хорошо померить, сколько они будут разницы создавать с патронами, но я не хочу боевые патроны вообще на столе держать, если я не собираюсь в тир. Или оружие. То есть оружие, либо патроны. Это мой личный подход к снятию видео. Просто с точки зрения безопасности. Но все равно, получается, просто пустые пистолеты, гораздо большая разница по весу. Гораздо. И это важно, потому что они же это оружие носят постоянно. Конечно, пистолет далеко не у всех военнослужащих. Но для тех, кто есть, этот вес будет очень и очень важен. С другой стороны, давайте посмотрим, где сейчас воюет американская армия. Американские вооруженные силы, армия, я буду называть армией. Они воюют против террористов, реально говоря, против гражданских.
Потому что террорист это не является военным. Ну и, соответственно, оттуда идет отсутствие такого понятия, как бронежилет. Это раз. В большинстве случаев, конечно, есть террористы очень хорошо снаряженные. С другой стороны, очень часто работа вблизи, на близкой дистанции. Очень часто работа в помещении или в городских ситуациях. То есть, реально говоря, и то, и другое имеет определенные преимущества. Большая емкость позволит отбиться, соответственно, от большего. То есть не нужно перезаряжаться, не нужно задумываться, сколько там патронов, настолько часто, как 19-11. Это одна сторона. Плюс возможность там пробивать какое-нибудь дерево или легкий камень – это плюс. То есть для обычного солдата этот пистолет М9 будет гораздо более полезен, с моей точки зрения, чем 19-11. По одной простой причине – он гораздо меньше с ним тренировался. И патроны дешевле. Их легко найти, потому что, извиняюсь, стандартный калибр. Магазины, патроны, детали и так далее. Кстати, на тему патронов. Если кто-то думает до сих пор, что Женевская конвенция запретила hollow points, больше так не думайте. Это была не Женевская конвенция. Это была конвенция в Гаге. Не помню, как-то по-русски произносится, и это было гораздо раньше. Но это касается только ситуации, когда страны, подписавшие эти бумажки, воюют с друг другом. Это не касается никаким макаром, когда одна страна занимается войной против террористов. Так что ограничения по типам пуль не будет. Конечно, возможно, что покупаются определенные типы патронов бюрократами, но международных ограничений по типам патронов не будет. Спецназ наверняка бегает со специальными патронами давным-давно. Это далеко не FMJ. Теперь поговорим, возвращаясь опять к 1911. Это патрон хороший для спецназа. Потому что, во-первых, они знают, как из него стрелять. Он точный. И легкий спуск, но при этом тяжелый вес. Он еще и уже вдобавок. Вот просто если просто положить вот так. Потому что видите, что просто 1911 под ножом проходит. Несмотря на то, что нож лежит у меня прямо на берете. То 1911 он тоньше. Проще его носить, соответственно, с одной стороны. Но при этом он еще и тяжелее. Другой плюс. Патроны 45-го обычно дозвуковые. То есть с глушителем будут работать лучше. Для спецназа это лучше, потому что у них глушители эти есть. У обычных военных частей глушителей не так уж и много, мягко говоря. Если на длинноствол начали понемножку появляться, например, в разведке и так далее, у обычного солдата с пистолетом глушителя это не будет. У него и вообще ствол даже не будет поддерживать этот глушитель, там не будет нарезки дополнительные. Потому что берет такого не выпускает, как М9. М9А3 мог бы таким быть, но они решили его не принимать. Как вы уже знаете из моих предыдущих видео. Вот так вот. Ну и, соответственно, в 45-м действительно, если не бронежилетная цель без брони, то положить проще, потому что действительно тяжелее пуля. Да и дистанция будет короче. На более длинной дистанции у них короткие карабины с очень короткими стволами, с глушителями, в отличие от обычного человека, у которого там будет в лучшем случае М4. Или М4А1 со стволом 14,5. Посмотрите, что такое Марк 18. Для спецназа делаются карабинчики маленькие, там короткие стволы, специально предназначены для работы с глушителем. Так что, для тех, кто может пользоваться 19-11 эффективно, это нормальное оружие в данной ситуации. Пока террористы еще плохо снабжены, плохо снаряжены. Для обычных частей М9, и у них вариантов поменять это на что-то нету на данный момент. Будет возможность поменять на ЗИГ-320. То есть это будет облегчение при практически тех же самых функциях. Ну, конечно, он будет без крюка. Бескрюковый пистолет, потому что это ударникового типа, так называемый страйкер. А Глок проиграл, потому что модуля
они никакого не предлагают. Я бы не удивился, честно говоря, если бы не было этого модульного требования, что 19 и 17 блок пошли бы на покупку этого пистолета. Но Глок, у них мозгов не хватило, значит. Ну и вообще, в принципе, конечно, им было бы сложно. Они вообще концепцию модульности никогда не развивали. Глок, честно говоря, очень сильно начинает устаревать, и они уже отстают. Они выигрывают за счет цены. Они проигрывают по очень многим параметрам. Они выигрывают за счет цены, за счет распространенности. На этом все. Видео получилось довольно-таки долгое, но я надеюсь, что ответил на те несколько вопросов, которые мне задали. До следующего. Спасибо за внимание. Ну и что будет дальше с 320-м ЗИГом, СИГом или СИГ САУРом, мы узнаем в будущем. У меня его нету. Показать, соответственно, не мог. Но надеюсь как-нибудь получить к нему доступ. До следующего видео.